Сегодня в администрации области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Совещание прошло в формате видеоконференции. В нем приняли участие главы городов и районов региона, а также представители из управления МЧС России по Тамбовской области. На повестке дня итоги инвентаризации помещений гражданской обороны. Ее целью было проверить состояние укрытий и выявить наличие в них необходимого оборудования на случай ЧС. Сейчас в регионе имеется 284 защитных сооружения. Необходимым требованиям из них соответствуют только 40. Помещения гражданской обороны, которые не прошли проверку, исключат из реестра. Согласно установленному законодательству, ненужные защитные сооружения, и которые необоснованно поставлены, будут списаны с учета. И после этого, если вкратце сказать, что защитные сооружения находятся, как правило, в подвальных помещениях, эти подвальные помещения просто перейдут в собственность тех организаций, которые они были. А все оборудование будет снесено и демонтировано. Кроме того, на заседании озвучили план учебных мероприятий, на которых с населением региона отработают действия при угрозе военной атаки. Тренировки по гражданской обороне пройдут с 1 по 3 октября. Они начнутся с 6 часов утра во всех городах и районах области. В учениях задействуют 60 единиц техники и более 400 человек личного состава МЧС.